Ученые обнаружили кости древнейшего и огромного существа. Некоторые из них пришли к выводу, что оно еще может существовать в морских глубинах. Мегалодон. Он является знаменитым родственником современных акул, вымер 2,5 миллиона лет назад. Несмотря на свою схожесть с акулами, гиганты были куда ближе к китам. Во-первых, они были теплокровными и могли поддерживать постоянную температуру тела, в отличие от акул. Во-вторых, мегалодоны передвигались примерно с той же скоростью, с которой сегодня передвигаются киты. Кстати, еще больше интересных фактов о животных вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании профиля. Судя по найденным останкам, длина древней акулы достигала от 18 до 25 метров, а вес ее был более 40 тонн. Сила удара взрослого мегалодона была настолько большой, что позволяла пробить грудную клетку некрупного китообразного. Обитали они по всей территории Мирового океана и чаще всего недалеко от берега.